А знаете, люди, где родился изобретатель электрической лампочки? Да у нас, в России, под Тамбовом. Патент на лампу накаливания за 4 года до Эдисона получил русский инженер Александр Ладыгин. На Тамбовской земле встретились лес и степь. Кто не слышал про тамбовского волка, который всем товарищ? Или про тамбовскую картошку, самую вкусную в стране? Тамбовский чернозем считается эталоном плодородия. Под Тамбовом знаменитый садовод Иван Мичурин создал больше 300 сортов яблок и груш, вишни и сливы, черемухи и роз. «Мы не можем ждать милости от природы», — говаривал он. И ведь не ждал. Да, люди разные, а страна одна —